Это раз это федерация уже даст. Но это даже как бы это в кубок, это лучшего тренера года по линии Маиба, которую присудили мне. Ну, как бы мне, знаете, как она была как нежданным бригадом, потому что мне сказали, тебе надо срочно приехать там, через там, час туда-то, там будут представители, тебе нужно как бы вручную забрать кубок, ну, как бы за матч. Я приехал за матч, потом ты вот, получил еще для себя. Поэтому спасибо огромное как бы, руководству АИБа за, как бы, за признание, да, это наша общая победа, личных тренировок, ребят. Поэтому это все-таки, знаете, как один человек все равно как бы, в поле не воин. Поэтому спасибо моим друзьям, моей команде, которая все сделала, чтобы этот кубок остался у нас, и роли не играет, кто его завоевал, Лебзяк или другой человек. Я могу сказать еще раз, что лучшим тренером года еще признавался у нас Николай Дмитриевич Хромов, поэтому мы не должны забывать его тоже.